около 1800% здесь. По основным видам продуктов это поставщики. По учебному году был выполнен текущий ремонт. Осуществляется мониторинг качества организации питания обучающихся. Были привлечены за слабый контроль организации качественного. С января по март было проведено 58 проверок. Кроме того, общепит школьник несет вышеуказанные расходы. Это, ну и многочисленный времени опыт, он более 50. Ну и мы, конечно, направляем заявки на молодежь.